Привлечь внимание водителей и пешеходов к проблеме смены погодных условий. С этой целью в Волгограде проводится акция «Прогноз безопасности». В этот раз ее участниками стали посетители одного из волгоградских развлекательных центров. Вот так в игровой форме с помощью аттракционов и макетов автодороги сотрудники ГИБДД рассказывают о новой социальной акции «Прогноз безопасности» и о том, как влияет изменение погодных условий на вождение машины. Например, в огромном надувном шаре разыгралась настоящая вьюга. Именно так, через мокрое стекло водитель видит дорогу. Снег и дождь, попадая на асфальт, создают невидимую пленку, в результате чего проезжая часть становится скользкой, а автомобиль даже при самых современных технических характеристиках неуправляемым. По этой причине только в Волгограде в нынешнем году произошло 350 ДТП, погибло 50 человек. Цель данной кампании – объяснить водителям и пешеходам, что от прогноза погоды зависит не только форма одежды, которую люди выбирают, но также и модель поведения на дороге. Статистика госавтоинспекции показывает, что наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий происходит именно в периоды, когда меняется погода, в период смены погоды. Участниками акции стали и самые маленькие жители региона. В будущем они также сядут за руль автомобилей, велосипедов и скутеров. А подобные мероприятия помогают с раннего возраста привлечь внимание участников дорожного движения, быть внимательнее на проезжей части в любую погоду и особенно неблагоприятную. Дополнительная аудитория – это молодежная или детская аудитория. У нас охвачены большинство садиков нашего города, где в игровой форме с помощью ростовых кукол детишкам объясняют именно поведение на дороге. В дождь, в непогоду, в гололед. То есть как движется машина, как возможно поведение водителя при такой или иной погодной ситуации. Волгоградская область не случайно выбрана в числе российских регионов, где проходит акция «Прогноз безопасности». Для нашего климата характерны туманы и резкие перепады температуры, что негативно сказывается на дорожной ситуации.